Господи Боже! Ты что, совсем башкой рехнулся? Чёрт! А ну вернись на нашу полосу, твою мать! Пытаюсь! Справа! О, Боже! Кое-кто в Вашингтоне хочет вмешаться в мексиканскую заваруху и ввести туда войска. И многие это одобрят. Однако мексиканское правительство считает, что это можно расценить как объявление войны. Президент оказался в крайне сложной ситуации. Воевать с Мексикой не хочется. Но и гибель 7 федеральных агентов нельзя просто игнорировать. Значит, передайте дело ФБР. Управление по борьбе с наркотиками не справляется. ФБР? Но мы занимаемся картелем Мендосы уже больше года. О, да, оно и видно. Хватит уже, прекратите эту вашу грызню. Я пригласил помощника заместителя генпрокурора мисс Диксон. Она и возглавит вашу специальную группу. Мисс Диксон? Агент Стоун расследовал, как картель Мендосы в Хуаресе получил армейское оружие. А раньше нельзя было сказать? Вы знаете все, что нужно, агент. Картель Мендосы – новая сила в Хуаресе. О главаре Хуане Мендосе известно мало. Но картель очень быстро набирает силу. Наркотики, оружие, игровой бизнес. Для новичка Мендоса слишком шустрый. Поэтому мы считаем, что у него есть свои люди в ФБР, а то и в других силовых структурах. Планируя теракт, Мендоса точно знал, как и когда ударить. Поэтому управление по борьбе с наркотиками и ФБР не участвует в операции. Группа совершенно автономна. Мисс Диксон, меня ждут другие дела. Теперь все в ваших руках, а мне нужен результат. Пора вас представить. Агент Эдди Гуэра. Пришел к нам в управление после армии, участвовал в буре в пустыне. Перехватил крупнейшую партию наркотиков за всю историю Южной Калифорнии. Из всех агентов управления, занятых в деле Мендосы, после взрыва выжил он один. Спецагент ФБР Кимберли Эванс. Самый молодой агент в истории, получивший медаль ФБР за заслуги. Кимберли в одиночку задержала опасного маньяка, который убил 32 женщины и сумела спасти последнюю жертву. Нам важно, что у нее есть контакты с бандами Лос-Анджелеса, связанными с картелем. Мы подчиняемся вам, но кто старший в самой группе? Детектив Бенджамин Маккол из полицейского отдела убийств и ограблений. У него 30 лет стажа и целых 2 медали за отвагу. Детектив из убойного отдела? При всем уважении, мэм, это вне его юрисдикции. Напротив,
После теракта дочь Стоуна, Джессика, сообщила детективу Макколу, что накануне взрыва ее отцу угрожали. А значит, есть и подозреваемый, и свидетель. Подозреваемый Антонио Альварес. Почему она обратилась в полицию? Почему не к нам? Вот почему. Да, агент Гуэра. Они вместе служили во Вьетнаме. И неплохо знакомы. И теперь двое копы, а один уголовник. Даже хуже. Он ублюдок. Агент Эванс, агент Гуэра. Это детектив Маккол. Вы получите любые ресурсы. Но в отношении людей я вам не помощница. На федеральные службы не рассчитывайте. Не доверять никому. Все рапорты лично мне. Мы нанесем Мендосе такой удар, чтобы он не поднялся. Найдите и задержите ответственных за теракт. И защитите свидетеля, ведь без нее ничего не выйдет. А если выяснится, что у картеля есть свои люди в ФБР? Или в управлении? Тогда у правительства появится повод ввести войска в Мексику. Молитесь, чтобы этого не случилось. Если до этого дойдет, нас ждут реки невинной крови. Надо показать людям, что если какая-нибудь иностранная скотина попробует тронуть наших граждан в нашей стране, мы ее кишки на статую свободы намотаем. Если дело выгорит, получишь остаток. Я не стану тебе врать. Ну еще бы. Ты же знаешь, как я тебя люблю. Да? Детектив Маккол? Давай! Жми! Еще раз спрашиваю, агент Стоун, проводит ли ФБР операцию под прикрытием против картеля Мендосы? Я не уполномочен говорить ни об одной из текущих операций. Значит, операция есть. Я не уполномочен. Вы что, издеваетесь надо мной? Гуэра, скажи, что слышал наш агент в Хуа. Если дело выгорит, получишь остаток. Я не стану тебе врать. Хочу попрощаться. Можно? Нет, детка, это опасно. Не надо рисковать. О чем разговаривал ваш отец с Альваресом? Они спорили. Что-то о сделке на 50 миллионов. Я вошла, и они замолчали. Потом Альварес стал угрожать папе. Он угрожал или взятку предлагал? И то, и то. Деньги или смерть. Пан или пропал. Так какое дело ввел покойный Стоун? Скупка картелем армейского вооружения. Гранатометы, противотанковые ракеты, приборы ночного видения. Стоун искал, кто их продает. Да за 50 лимонов можно Абрамс купить. Альварес, похоже, посредник. А кто поставщик, так пока и неизвестно? Нет. Значит, сделка уже состоялась, крошка. Как знать. Аранья недавно завалили город целым морем дряни. Аранья? Они расширяют бизнес? Еще как, Чика. Картель шлет, они продают. Мендоса явно хочет подкопить деньжат на оружие. Они толкают дрянь даже в автоклубе. Если это правда, может, капнем немного дегтя в их бочку меда и прижмем им хвост? Если больших боссов взбесить, они сами выползут. Ха, да так мы можем и на этих гребаных террористов выйти. Джесс, ты как? Просто дайте мне попрощаться. Стоун работал в полиции до перехода в бюро. У него было много друзей. Я хочу туда. Хватит! Куда вы меня везете? В надежное место. Вы со мной останетесь? У тебя будет охрана, а мы пока разворошим это змеиное гнездо. Кстати, есть одна идея. Давай. Враг моего врага – мой амиго.
Как вы полагаете, межведомственная особая группа справится с задачей? Несомненно, да. Президент настроен положить конец волне наркопреступности. Руководство Мексики обещало свою поддержку. Ребекка Куэллар из «Таймс». Может ли расследование стать поводом для военного вторжения Соединенных Штатов в Мексику? На данном этапе мы ничего не исключаем. Президент предоставил мне абсолютные полномочия по принятию любых мер против лиц, угрожающих нашему образу жизни. На улицах Лос-Анджелеса, в горах Мексики, в Рио-Гранде, где бы они ни скрывались, мы найдем мерзавцев. И после конфискации наркотиков, заморозки счетов и уничтожения запасов оружия мы публично казним их. Это война. Мы объявили войну картелю Мендосы. Оружие в багажнике. Выбирай, что хочешь, и садись в машину. Отличный денек для поездки, да? Оружие заряжено? Все готово? Тогда в машину. Надо почаще выбираться из города. Посмотри на эти горы. Видел когда-нибудь столько зелени? Отличное место, чтобы спрятать плантацию марихуаны. Национальный парк Секвойя. И что же УБН нам про то не рассказала? Чтобы славу не делить? Нет, чтобы вы не напортачили. А ваш шеф не взбесится, когда мы спалим его дело? Нам никто слова не скажет, если мы все здесь спалим. Да, виноваты будут оранья. Мы на это рассчитываем. Короче, надо поджечь поля конопли и оставить улики против араньи. Ты реально веришь, что они пойдут войной на аранью? Если бы кто-то спалил тебе добра на пару лимонов, ты не захотела бы поквитаться? Они купятся. Ну все, все, мы почти доехали. Вот сюда, направо. Ты точно знаешь дорогу? Слушай, я видел фото со спутника. Это дорога к первому полю. Похоже, мы почти на месте. Бросаем тачку тут и дальше идем пешком. Ну, вот они. Так что информаторы не подвели. У нас получится обойтись без стрельбы. Эй! Кто там? Чина, проснись! В цель. Кранты всем этим мерзавцам. Что с ними делать будем? Бросим. Никуда они не денутся. Далеко? Да, Верка. Я думаю, мы увидим первое поле с холма.